Итак, вот он, Серега Хохол. Приключения начинаются, рядом с ним чемодан. Я не мой. Хохол, что ты делаешь здесь вообще? Кофе пью. А что в чемодане? Смотри, я же не проверял еще. Подожди, машина твоя? Похоже, но не моя. Похоже, но не твоя? Ну, потому что тоже Тигуан. Да ты что? Да. А где же твоя машина? Украли. Украли. Так, разверни так камеру. Ты-ды-ды-дын. Что у тебя там происходит? Ты-ды-ды-дын. Да. Вот они. Ты теперь трансляцию ведешь непосредственно с этой камерой, можно делать так трансляцию, да? Сейчас идет съемка, и когда она останавливается, она через несколько минут попадает сразу в сети. Люди понимают, где я нахожусь, с кем я встречаюсь. Ты можешь передать привет. И что по рыбнику Юрию Степановичу? Сделай анонс. Завтра. Какого числа? А какое завтра число? Я сегодня он приехал, я ошибся. Сегодня 14. Завтра 15 будет встреча. 15 мая 2014 года будет, как всегда, на старом месте встреча. Вот улица Речникова, дом 21. Речников, да. Вот дом 21. Автошкола. И тогда... Что произошло в вашей жизни? В моей жизни? Вы встретили... Я проголосовал за незалежність Донбасской Народной Республики. Был в вышиванке. Меня чуть не побили там, когда мы голосовали. Вот где ты сейчас... был? Что произошло за последние дни? За последние дни, рассказываю тебе, голосовал. Где? В каком городе? Здесь, в Москве был. А как ты здесь мог голосовать? С паспортом своим. Ты приходил в посольство? Нет, это было не украинское посольство, это было сделано в районе киевского метро. Вот. Там собралось больше 100 тысяч людей. Мы 6 часов отстояли, с 10 до 4 утра. Этот материал сейчас отошли на мобильный репортер. Рассказывай, это уникальные показания свидетельские вот. Показания. Так, так, так. Меня там чуть не побили за вышиванку. Сказали, что я нібито то провокатор. Почему же? Ну, потому что народ считает, что то, что ты носишь, то, что носили предки, уже как провокация. А то, что люди носят сейчас китайское, турецкое шматье от Дольче Габбаны каких-то педиков, это нормально. А вот если ты в народной вышиваночке выйдешь, это для них провокация, чуть не побыли. Казаки отбили меня у народа. Ох ты, какой молодец. Там одна женщина сказала, дай ты я этого хохла убью. Так что происходит, быдло рулит, что ли? Да какое быдло, народ не быдло, просто... Почему тебя чуть не побили? Потому что обманутый народ. Я был очень ему вот. Сопереживал и переживал за народ. Меня могли убить, но я за них переживал, что они настолько зомбованы. Настолько обмануты наши родные, дорогие, любимые дончане, что если навіть бачат людину то вишиваночки або чують українську мову, то готові порвати його на части. Хоча я дуже і дуже люблю свій край, Донецьк і за Донецьку Народну Республіку. А чому домик приобрел себе в Переславлі-Залеській? Тому що до душі мені це Росія. Я ж русский. Я же русский, вот в чем вопрос. Русский я. И то, что я разговариваю... Русский, а на украинской мове размовляешь. Це ж не мова, це ж то же самое русский язык. Просто вот, дивіться, є переславский говор, есть украинский говор, но це ж русский язык. Вот дивіться, анекдот, двух словах. Спрашивают украинца, скажи, пожалуйста, а как будет по-украински нога? Ну, кажу, нога. Так у нас же по-русски нога. Хорошо, говорят. А скажи, пожалуйста, а как будет по-украински рука? Ну, кажу, рука. Так у нас же по-русски рука. Ну, ладно. А скажи, пожалуйста, а как называется задница по-украински? Ну, кажу, срака. Вот и стоило из-за какой сраки выгадывать целый народ. Вот так вот. Це ж, я не знаю, польский вместе с русским получился украинский. И теперь нам кажут, что мы нібито то инородцы, а мы родичи и сородичи, и никакие там братья по разуму, как там нам сейчас пытаются яркие представники еврейского народа, такие как Коломойский, Тимошенко, Яйценюк, довести, что мы нібито никакого отношения не имеем до русских. Мы же и есть русский народ, была Киевская Русь, русы мы, русские.
Вот. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы завершаем очередной сюжет. Я же сказал, что приедет хохол, приключения продолжаются. Такой был анонс. Еще мы сегодня должны попасть в X-City, получить стопорную шайбу. Шайбы уже изготовлены, ждут нас. Руслан там задерживается до 8 вечера, бывает до 9. Будет запись, стоп снята. Дежурные операторы могут подготовить эфир.